Доброго времени суток, YouTube, уважаемое видеосообщество моего канала. Буквально 3 недели назад я задался вопросом. Мне стало интересно, вот этот опрос, собственно, вы его сейчас видите на своих экранах. Мне стало интересно, сколько на моем канале находится моих земляков. То есть людей, живущих, ну, будем так говорить, в шаговой доступности от меня. И вот я такую голосовалку, значит, организовал. Человек и мир существует более 9 лет. Подписчиков 19400, уже за 20 тысяч перевалило. То есть за 3 недели на канал подписалось еще более 600 человек. Вот 3 недели назад голосовалка. Как интересно, я сейчас только об этом подумал, заметил. Соответственно, 3 недели назад на канале было 19400 человек, а на данный момент 20 тысяч с чем-то там. Не помню сколько. Ну-ка, сейчас вот здесь я на этой странице увижу эту информацию. Так, нет, в другом разделе где-то надо смотреть. Ну, неважно. Поверьте мне, 20 тысяч с чем-то сейчас человек подписан на канал. Я всех благодарю за подписку. Это очень важно для того, чтобы продвигать канал и другие люди могли тоже послушать то, о чем я говорю. Так вот, смотрите, я упомянул, и как-то это грубо прозвучало, то, о чем я говорю. И у меня возникла идея. Сейчас я вернусь до этого опросника. Сколько у нас в Новоуральске слушают меня? И сколько вообще из 20 тысяч... А, ну вот она. Сколько вообще из 20 тысяч подписчиков канала? Россиян или не россиян? Ну, не знаю. То есть людей достаточно далеко от меня живущих, удаленно, не являющихся жителями Свердловской области, города Новоуральска и близлежащих территорий. Значит, вот так вот люди сейчас распределились. То есть 15% новоуральцев, это неплохая цифра для нашего небольшого 100-тысячного городка. Хотя, кого я хочу обмануть? У нас сейчас, наверное, 1070 в городе живет, а жило более 120 тысяч. Город умирает, превращается в деревню. Ну, сейчас не об этом. Я повторюсь, вернусь на шаг назад. То есть я упомянул, сказав «я». А почему бы не мы? Господа, подписчики моего канала, не подписчики моего канала, кто меня смотрит без подписки. Таких очень много, раз в 10 больше. То есть не подписаны, но смотрят канал. Я предлагаю вам, людей, наверняка среди вас много умных, образованных, живущих какими-то интересными вещами, стремящимися что-то понять, не только для себя, но и донести для других людей. Канал раскручивал я 9 лет. Не раскручивал, просто использовал его как некую отдушину, где проговаривал те вещи, которые меня волнуют, интересуют. Не только из области психофизиологии, чем я, собственно, занимаюсь, но и из каких-то других областей. Социальных, политических, экономических. Не вдавался особо в эту тематику. Это было как бы рефреном все шло. Основная тематика канала, конечно, она посвящена психофизиологии, промышленной психофизиологии, психологии. Но тем не менее и социальная составляющая, как я ее называю, на канале присутствует. В процентном отношении, наверное, не более 5-7%. Я далек от, по-настоящему далек от этого всего. Меня интересуют некоторые другие вещи. Наука, искусство, архитектура, живопись, литература, музыка. Но тем не менее, живем мы в реальной жизни, в реальной действительности. Социалка, социальная составляющая моей окружающей жизни других людей меня тоже интересует. Я не мог на это не откликнуться, на этот интерес, записывая периодически небольшое количество каких-то социальных видео. Так вот, я хочу предложить вам, уважаемые подписчики и не подписчики канала, вы можете прислать мне, снять свои видео, это первое, да, то есть снять видео на у нас сейчас прекрасные телефоны с хорошими камерами. Или же с экрана телефона, монитора вы можете что-то снимать, интересующее вас. Неважно, форм волеизъявления, чувств изъявления у вас очень много, способов донесения информации. Вы можете, но это должно быть видео. Вы можете
загружать видео. Записали видео, загрузили его в облачный сервис какой-то. Дали мне, скинули по WhatsApp ссылку. Я это видео скачал и выложил на своем канале абсолютно без купюр. То есть, если там нет каких-то вопиющих вещей, как-то мата, там еще чего-то, а соответствие каким-то общепринятым нормальным моральным принципам и нормам, это видео, ваше видео, появится на моем канале. Я хочу сказать, что денег я за канал, я занимаюсь им 9 лет, как вы видите, вот сейчас можете прочитать это на экране. Денег я не беру, не монетизирую этот канал, никому заплатить не могу, а делаю это исключительно из любви к искусству. Если у вас есть такая потребность, такое желание высказаться, что-то рассказать о себе, об окружающем вас мире, людях, обстоятельствах, событиях, явлениях, фактах, вы можете это легко реализовать. 20 тысяч зрителей в раз, в единый миг вас увидят. Вы можете находиться где угодно, снять видео по любой тематике вас интересующей, прислать его мне, просто ссылку кинуть на облако, в которое вы загрузите это видео. Я уже сам его скачаю и просто выложу на канал. И в раз, в одну секунду вас увидят более 20 тысяч человек в России и не только в России. И это не раскрутка канала ни в коем случае. Не монетизация, не зарабатывание денег для меня, ну и для вас как следствие. А только лишь с возможностью высказаться, донести свои мысли. Вот представьте, вот 20 тысяч, небольшой город, но тем не менее целый город по всей России вас услышит, увидит, возможно, если вы снимете видео с собой или там с окружающим чем-то. Вот такая у меня идея возникла, такое предложение. Это видео будет, по всей видимости, называться «Приглашение на канал», ну или что-то в этом роде. И, соответственно, в подписи к каналу есть мой электронный адрес, мой WhatsApp. Никакой тайны я из этого не делаю. И вы можете донести до меня информацию вашу, а я обязуюсь ее честно выложить на этом канале, чтобы это видео, эту информацию могли услышать сотни и тысячи других людей. По крайней мере, на данный момент я гарантирую, более 20 тысяч людей вас услышат и увидят. Собственно, на этом все. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что заходите на канал, смотрите его, подписываетесь под него. Очень много людей без подписки его смотрят. Ну, это вообще нормальная практика. Неважно. Одним словом, приглашаю вас к сотрудничеству. Если у вас есть потребности, желание что-то сказать людям, вы это можете легко сделать и реализовать. Если это будет даже просто аудио, текст какой-то наговоренный вами, я подставлю какую-то картинку, как часто я делаю, и наложу на нее ваш текст. Это будет вашим видео, вашим маленьким вкладом в этот мир. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!